суши-бар над общественным туалетом. Такое заведение планируют открыть в Центральном парке Бельц. Экономический агент арендовал одно из помещений на втором этаже здания, которое житель Бельц приобрел у города в 2000 году. Местные власти возмущены и собираются предпринять меры. Об этом в среду на заседании с руководителями коммунальных служб города заявил вице-мэр Николай Григоришин. Кроме того, он считает, что строение было продано незаконно. Уведомление, вернее, о общепите. Я начинаю понимать, где этот общепит? Этот общепит в парке на месте туалета. Напиши, пожалуйста, на Зиньковскую. Пускай мне подходит служебную записку, как был продан земельный участок в парке и как было продано это строение. И подготовить материалы в прокуратуру. Я подстрел там в 2000 году продавали. Галина Зинковская, начальник управления муниципальной собственности и земельных отношений в Бельской мэрии, отказалась от комментариев. Нет, я извиняюсь. Владелец здания, в котором будет открыт суши-бар, отказался от комментариев на камеру. Однако он рассказал, что приобрел строение, а позже и землю под ним на аукционе. После того, как муниципальное предприятие, которому она принадлежала, разорилось. Пока не будет ничего открыто, потому что надо сначала разбираться с этими товарищами. То, что мы говорим, не понимают, что это было куплено с аукциона и так далее. Они просто понимают шум. Человек решил так, то есть он взял в аренду и решил, что он хочет там делать вот это. Просто кому-то, видно, мешает. Посмотрим, в чем проблема. Многие горожане против открытия такого заведения. По их мнению, это антисанитарно. Внизу люди ходят в туалет, а наверху кафе. Это вообще неприемлемо. Вы бы не ходили в такое заведение? Нет, никогда в жизни. Вы что? Ну, это какое-то неправильное соседство, по-моему. А запахи в любом случае там распространяются, как бы там ни было. Вентиляция, работа, и же, что, куда это все уходит? Может, они даже не придали значения то, что есть с той стороны туалет. Может быть, наверное, и ходил даже. Ну, почему бы нет? Что связано с туалетом? Ну, туалет же с другой стороны. В каждом заведении туалет есть. Около месяца назад мэр Бельц Рената Усатый заявил, что будет бороться с нелегальными постройками на территории города.